Всем доброго времени суток. Дневник приручения дикой лисы маркизы. Первая попытка. Вторая попытка. Для экономии трафика скорость увеличена. Ну все, поехали. И вот получилось поработать с лисой только с третьей попытки. Ну ладно. Ну ладно, ладно, я с ней сел. Сам котенок ухо поцарапал даже. Ну кусаться совсем. Ну поднимайся, 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 поднимайся. Ну и что? Я все больно не делаю. И все, и все. Дыхнул, значит. Пока ломалось. Все замерзло. И все нафиг. И что делать с ним? Давайте. Да. Ну так то нельзя резко же, так ты что? А чем так грубо-то? Угу. Ну и... Нажилось. Замерзло, тут она и не лакается. Потому что замерзло. Да. Я ее говорил. Поломалась она. Ну давай. Глаза жалко. Кто там унюхал опять? Давай, давай, давай. Кого ты угонишься? И что? Лакается она. Иди. Видно. Ну поднимайся давай. Как? Она укусить надо. Она укусила. Ну и что дальше? Ну. Ноги. Ой, какая, ну да, сходи. Ой, ну конечно, укушу, ага. Ой, не дотрогай. Не дотрогай, иди доедай. Доедай, иди. Иди. Ну ладно, на, иди ешь, на, все, замерзшие тут я тебя не буду трогать. На пальце влежи сначала.